Алекса, хоть один сундук меня вообще ожидает в этой деревне. Хотя бы один. Что-то чувствую, я ни одного сундука. Встречали ли вы когда-нибудь существо, которому очень сильно нужна ваша помощь? Честно, я довольно немного играл в бета и альфа версии Майнкрафта. Как оказывается, зря. Довольно давно крипипасту буквально разорвал такой миф, как Иронип. В теории, это один из тех мистиков, которые не причиняют вреда игроку. Что интересно, выглядит он банально. Просто скин Стива и ничего прочего. Некоторые считают его мистическим игроком, но шумиха вокруг него улеглась так давно, что не каждый узнает легендарного Ирониба. Однако мистика продолжает проникать в современные версии, и он вернулся. В облике Стива с черными глазами. И теперь по какой-то причине пытается до смерти напугать игрока. Мне предстоит отправиться на его сид и выяснить, почему самый безопасный миф превратился в машину смерти. Залетаю в Майнкрафт прямо с намерениями, конечно же, найти новую сущную мистику. Сегодня у нас гость программы Ирониб. Надеюсь, он меня удивит чем-нибудь интересным. Настройки графики, ресурс паки. Ненужная мне вот эта вот загрузка. Сейчас подумайте, что я что-то подрубил. На самом деле это дефолтный баг, который тоже не хотят фиксить. Меня интересует вот такой вот интересный сид, на котором, по легенде, обитает то самое интересное и довольно-таки олдовое существо. Надеюсь, я правильно все написал, и он на меня не обидится. А я обижусь на него, естественно, если он не появится и не удивит меня своими фишечками паранормальными. Так что не буду вас задерживать, давайте же проверим этот довольно интересный сид. Ну что, в принципе, я загрузился на сиде Ирониб. Ах. Мне вот очень интересно, откуда на меня упал гравий. Если здесь даже никакой горы нет. Это было прям вообще максимально неожиданно. Я хотел рассмотреть красивый океан, вон там водоросли. А тут гравий решил на меня быкануть. Ладненько. Начало уже многообещающее, окей. Давайте я немножечко пройдусь и, в принципе, посмотрю, что у нас тут есть вообще интересного. Я не делал скриншот. Я вам серьезно, ребят, я скриншот не делал. Это что-то очень странное. Это уже максимально что-то странное. Ладно, в принципе, возможно, что это какие-то баги. Походу, это какие-то баги, потому что... Посмотрите на название файла. Может, я когда там, не знаю, давно играл в Майнкрафт. И как-то там все забагалось. Странный, очень реально странный момент. Но, в принципе, я думаю, все-таки это какие-то ошибки. Но что-то с самого начала в этом мире начинает происходить полнейшая чертовщина. То гравий на меня упал, то скриншоты какие-то непонятные появляются. Может, мне даже и выживать не нужно будет здесь? Ну, серьезно. Потому что как-то все подозрительно начинается. Прям очень подозрительно. Но, в принципе, без этого никуда. В теории Ирониб не должен будет как-то сильно агрессировать. Это относительно мирный миф, который не желает тебе зла и пытается достучаться до тебя какими-то фразами. Допустим, попросить о помощи или что-то типа того. Но странно. Очень странное начало. Ладно, я, наверное, пойду Игоречка себе настряпаю. Вот пока я выживал, в голове засела мысль: мне херобринец. Когда я посмотрел на скриншоты, сделанные явно не мной, чуть не откусил язык от страха. Я не знаю, что с ними и кто вообще скринил мой Майнкрафт. Думаю, нам удастся это выяснить далее.
И вот я забрел в какую-то довольно интересную пустыню. Немножечко повыживал, ну и теперь можно вполне себе посмотреть, что еще для меня припас Сид и Раниба. Надеюсь, что-нибудь такое вот топовое, так как последнее время, конечно, мистика жесткая, но чего-то нового очень редко уже встретишь. Обычно постоянно сталкиваюсь с какими-то молниями, либо погодными аномалиями, но, к сожалению, я к такому уже как-то и попривык, поэтому посмотрим, что у нас тут будет вообще интересного. А вот это... Это, конечно, интересно, но с таким я уже тоже. Где-то я такое видел, серьезно. Вот эти вот Нали. Однако, если... Help me. Такс. I can't. Такс. Вот такое происходит довольно редко. Я ничего... Вот вы видите, я ничего вообще не нажимаю. Надписи сами по себе меняются. И обычно ни к чему хорошему это никогда вообще не приводит. Вот прям вообще ни к чему хорошему. Стоит, наверное, оглядываться по сторонам. А это еще интереснее. Это что? Что? Ребятки, я вот с таким я никогда не сталкивался. Что? Что с табличкой? Вот. Вот вы видите, я вообще... Господи! Охерабринеть. Ты это видел? У меня тут табличка просто лопнула. Да ладно. Да ладно. Так, я сейчас засмотрелся и чуть не провалился. Какого херабриния? Он не особо, если честно, похож на Ираниба. Но, судя по поведению... Это явно он. Так. Дабстепсчанский начинается, я так понял. Не беда. Хотя какая не беда? Мне уже как-то страшновато становится. Мы ж там что-то на том месте осталось. Я не знаю, чего мне теперь ожидать, потому что после таких табличек становится реально очковато, максимально. Я еще и не вижу ни одного жителя, вообще ни одного в этой деревне. Вот реально. Где хоть один житель? Серьезно. Где? Да что такое? Как передвигаться, как дышать? Он просто на каждом углу пытается меня напугать. Или может просто я так часто стал пугаться всему этому? Фух. Жители, хоть один, пожалуйста. Скажите, что вы здесь есть. Молю вас. Опять скриншот сохранен. Ну, я серьезно, я не нажимаю скриншоты. Да и вообще такой скриншот, ну, именно вот с таким вот названием, это сделать нереально. Это прям максимально нереально такое сделать. Здесь должна писаться дата, время и что-то там еще. Но по факту там просто одни Нали. И куда подевались все факела? Они ж тут были вроде. Либо я что-то не понимаю.
Постучим. Звоночек проверим. Так, а хоть один сундук меня вообще ожидает в этой деревне? Хотя бы один. Что-то чувствую, я ни одного сундука. А, хорошо. По крайней мере, в этот раз он не прыгал. Как вы думаете, вот на моем месте вы пошли вот этот вот жуткий храм? Наверное, вы просто уже вышли из мира, но я, естественно, пойду туда, где вся мистика. И я уверен, что сейчас здесь будет жутковато. И не удивлюсь, что Ираниб где-то тут уже спрятался. Опять скриншот сохранен. Я вообще не знаю серьезно, с чем это связано. Но скорее всего все-таки с тем, что я нахожусь на сиде вот этого вот странного существа. А оно реально очень странное. Такс. Что тут у нас? Это я, пожалуй, сломаю. Сундучки. Пойдет. Вполне себе пойдет. А вот это уже не пойдет. Ладно. Последний раз, когда я был в похожем храме, на меня напал зеленый Стив. Если кто видел, если кто помнит. Ладно, поднимаемся наверх. Вроде бы, слава богу, пока никаких ни пещерных шумов, ничего такого не происходит, и это меня уже максимально радует. Посмотрим, что ждет меня дальше. Так, куда пойдем? Куда мы пойдем? Вот серьезно, видели бы вы просто в такие моменты мое лицо. Что здесь, мать его, забыла дверь? Дверь! Адская дверь! Я не люблю красные двери. Погнали проверим, конечно, что будет, если ее открыть. Но я этого очень сильно не хочу. Но, естественно, мне все-таки придется подойти и посмотреть. Такс. Вроде обыкновенная дверь. Красивая дверь. Фух. Какого черта? Какого черта? Это... Я не... Твою мать! Куда, куда? Не-не-не-нет-нет-нет... Опустите меня на... Что сказать? Понял ли я хоть что-нибудь? Ну, Ираниб также просит о помощи. И пытается мне намекнуть на что-то. Для меня это самый загадочный персонаж. С уникальной историей и в прошлом огромной популярностью. Пока вы наблюдаете за скриншотами, попрошу вас оставить лайк и оформить подписочку на канал. Также пишите как можно больше комментариев. Так у вас будет огромный шанс попасть в видео. До встречи в следующих выпусках Мистики, бандиты. Вы самые топовые зрители. Чао!